Как технологии искусственного интеллекта применят к отраслям общественной жизни? В их разработке и постепенном внедрении участвуют уже 30 регионов. Но на пути разработчиков стоит много вопросов о создании интересных решений, о барьерах, которые возникают в процессе работы. Необходимо создать орган управления. Здесь может быть в виде центра искусственного интеллекта, который будет выбирать проекты, делать дорожные карты, ну и, соответственно, внедрять самостоятельно, либо с привлечением поставщиков. Помочь с внедрением технологии искусственного интеллекта внутри компаний и органов власти могут сотрудники Сбера. Против мошенничества они уже разработали методику синтеза изображений и самую большую модель их генерации по текстовому описанию, что поможет в их же поиске. Сбер предоставил площадку для ознакомления с трендами цифровизации в других регионах страны. Для нас важна та площадка, которая сегодня была предоставлена Сбером, это познать все тренды, познать практики региональные, федеральные, которые сейчас реализуются на территории Российской Федерации, в целом мире, для того, чтобы можно было планово развивать эту работу на территории Иркутской области. В 2019 году президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития в стране технологий искусственного интеллекта. Сегодня процесс их изучения в Иркутской области находится на начальном этапе. В столице Приангарья дизайн-сессию организуют в сентябре. Дарья Андреева, Сергей Коваленков. Новости сейчас.